Всем привет, с вами шоу «Окупай, ликвидай», погнали! Алло. Я на чуче. Здорово, слушай. Подожди, ты писал свой скайп вот этот? Да, где на чуче. На бой с тенью ВКонтакте игра есть. Ну. На уровень, на уровень. Это вообще все бесплатно идет или вот откуда ты это все взял? У меня друг что пишет. Могу добавить. В смысле пишет? Ну, в смысле сам создает. А ты мне его дашь? Да. Ну, если не веришь, сейчас я его прям добавлю. То есть скинь чит. На уровень. На уровень? А тебе сколько лет? Мне 14. А тебе? Мне 12. Да не похоже, не ври. Чего? Да не похоже. Я болею просто. И как звать-то тебя? Женя. Давно с читами играешь? Ну, я только вот играл в такие, типа КС, там, Warface. То есть в бой с тенью я не качал. Warface, да? Ну, Warface, КС. Ну, в ПБ я играл, но мне не понравилось там с щитами, там скучно. Но все нубы какие-то, когда ты с щитами играешь. Ну, блядь, ещё мне пусто за щитами. Чего? Еще за читами пусть. Да не, у меня просто там друг. Нет, ты мне сначала, ты обещал. Алло. Ладно. Так. Идем. Я тебя тоже там поддержать, если что, смогу потом, если ты мне нормально чит даешь. Да, ну. Сейчас, если ты не уверен, я тебе сейчас другу просто добавлю. Не, в чем не уверен? Ну, то, что я там... Ты мне его скинь, я же должен сначала запустить, посмотреть его, а потом уже решать, доверяю я или нет. Ну, смотри, если что, работать не будет. Ну, если что, я там... Ну, он просто пробный будет, Павлик получается. А потом мы уже... Какой Павлик? Ну, Павлик это простая версия, понимаешь, это... В смысле, Павлик, у меня брата Павлик зовут. Нет, версия Павлик, это идет как... Ну, как в общем, ладно, я не очень понимаю, ладно, ты мне его скинешь, нет, блин. Да ну, где-то у меня здесь валец, куда же его... У меня второй уровень, ты понимаешь, что это значит, блин, это фигово. Да. Мы с другом, блин, на бочонок пива забились, то что, ну, как бы, ну, то, ты что я не наберу... рано пить? В смысле? В смысле, то, что тебе столько лет? 12 лет, и чё, это чё, типа нельзя пить, что ли, 12 лет? Типа нет. У меня знакомый вообще с 9, там, не знаю, блейзер хлещет. Я таким вообще не занимаюсь. Ну, правильно. Я в КС-ку играю, советую вообще не читерить. Ну, кому понравится читерить? Сам подумай. Ну, мне нравится читерить. Где этот, блин? А? Мне не пришло еще в скайп ничего. О, блин, да у меня где-то здесь в загрузках. А что это у тебя в статусе такая-то? Жесть написано. Наша встреча не к добру, сказала Шея топору. А я что так, такое? Для угара. Вообще для угара. Что, запугать меня решил, что ли? Нет. Что-то как-то это вообще даже стрёмно стало. Тут чё там, блин, я не понимаю. Понял, где он там валяется. Надо сейчас еще одну чувачка. Блин, что ты так 4 минуты ищешь уже? Сейчас этого чувачка ищем в сети. Ну вот, мне еще пишет. Да, вот. Слышь, ты пишет, давай я... ты этих додиков посылай, сначала мне давай. Так. Вот он, Денис. Чё так болезнь-то? Да, вот, этот чувак чит хочет. На этого, на бой с тенью. Вот, ты же докажи, Денис, ты пишешь эти читы.
сам, он программист. Здорово, добавил, пускай меня добавит. Добавил, друзья. Здорово. Вот я тебя добавил, добавляй меня. Давай, кидай ему прям так. Вот прям так он не откроет. Добавил. Рыжев, да, Денис? Рыжов. Блядь. Давай, я позвоню Юре, жди. Это перезвонит. Чего? Что-то перезвонит мне. Сейчас. А чё, он мне позвонить, что ли, запугать решил? Да какого запугать, чё, ёбду? Нет, он всё, просто... Он мне звонит, давай. Он просто неприятный, когда он... Алло. Алло, да. Чё демонстрации экрана? Чё у тебя помехи такие вообще на микрофоне? Да, тут есть. В смысле демонстрацию? Чё, мы можем демонстрацию делать? Не, ну это через плюс вот это, да? Да, демонстрации экрана. Так. Тебе надо стены, да, надо? На уровень, да. Ну, ВКонтакте эта игра. На уровень. Я понял. Я вроде показал. Так, сейчас. Видно. Стритрейсер не играешь? Чего? Стритрейсер не играешь? В стритрейсер? Нет, не играю. Я ВКонтакте играю, только в копатель. Ну не, ну в копатель я уже не играю, потому что отстой играю, на Майнкрафт пришел, а ВКонтакте только с бой тенью. Понятно. Так, короче, у тебя антивирусник есть? Так. Вот справа. Вообще нету, а. Блин, ну мне его сейчас скачать что ли надо будет или что? Нет. Направо сделай мышку. Ну. Ниже. Антивируса. Подожди, антивирус, это у тебя Avast? Да, у тебя Avast? Avast у меня нет, у меня его батя удалил. Стой, у тебя вообще какой-нибудь антивирусник есть? Ну, Brandmauer, вот это, Windows. Ну, отключи его. Так, ща. Блин, а как его отключать-то? Нет, подожди, вот видишь, справа. А, вот, где-то... Windows Firewall. Connected, так, все, выключил. Выключил? Это, ну, Brandmauer, да. Но он фиговый, это же... Это встроено, это байда. Эй, правой мышкой сделай, видишь, где у тебя часы? Правой мышкой делаю, право. Сюда нажми. Нет. Вон, видишь, стрелочка внизу. Так я жму правой кнопкой. Нет, ты правую кнопку-то не жми. Ты просто мышку на правую веди, да, нажми туда. А, вот. Так. Ну-ка еще раз. Чего? Нету, да? Все, лови тогда. А то она так будет просто... Так, а мне Avast, что ли, скачать или что? Не, ничего не надо скачать. Зайди в скайп. Так, а почему мне пишет аж... О, смотри-ка. Да, вот, окей, нажми. Так, а пишет, файлы могут содержать вирусы, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться антивирусной программой. Это я тебе скидываю, она без антивирусника не пойдет, а там вирусов нету. Так, дескоп. На рабочий стол. Да. Так, блин, я... Так... Ой, так. Блин, это... вот все. В смысле без антивирусника не пойдет? Подожди, она не пойдет без антивирусника. Она будет тупить, говорю. Так. Что это, закрой это. Не будет, короче. Это закрыть вот это? Да. Так, да. Стоп. А, ты уж вот это мне семерочку скинул. Так, запусти. Сохуй. Сохуй хуй и не психуй, пидорас. Еще какой-нибудь чит надо, а? А что это такое? Надо еще чит какой-нибудь. В смысле? Сосал? Пускай тебя папа дома положит, тебя шлепает, гандон. Так у меня... Это что-то вообще не то ты мне скинул. Windows заблокирован, что тебе не нравится? Подожди, Windows это компьютер. Ну? Почему заблокирован? Все. Сосал? Я не понял, что ты чё? Не понял? А тебе объяснить? Чё, напугать меня решил, что ли, слышь? С читами не играются. Слышь, блин, Васёк, ты чё? Кто Васёк? Кого ты там рыжим обозвал, а? Ты хуй ебаный. Слышь, ты, блин, я тебя Рыжов назвал, блин, это фамилия твоя или нет, или чё? Да, блин, я ж тебя не обзывал, ну, блин, да сверни это, блин, почини. Ты с какого города? Чего? С какого города? Чё, с какого города? Ты чё, меня напугать решил, что ли, а, олух? С какого города? Чего? С какого города, блядь? В смысле, с какого города?
Чёрт, Приман, ты где живёшь? Не понимаю, в каком смысле живу? Приман, ты долбоёб, что ли? Где я сейчас нахожусь? Да. Блядь, я сейчас в Турции, блин, отдыхаю. Ну, отдыхай дальше. Ну, а живу как бы вообще в Ростове. Ну, живи дальше. Чё ты как гена, ты слышишь? Кто я? Сосать будешь, говорю? Да блин, ну а чё ты сделал, за что вообще? А? Чё ты это делаешь-то, блин? Не надо играть с читами. Я сейчас комп перезагружу, короче, подожди. Перезагружай? Так. Давай. Как ты выключишь с первого, знаешь, да? А чё у меня пуска нету? Пуск всё, домой уехал. Это не что-то, ладно, короче. Да я жму разблокировать, мне пишет неверный пароль. Короче, сейчас говоришь окупать педофиля, я тебе говорю пароль. В смысле, что это такое? Говори окупай педофиля. При чем тут вообще тесак, слышь? Я тебе тогда пароль не дал, скажи. При чем тут вообще педофилы? Ты что, вообще что ли больной? Я тебе тогда пароль не дал, все не хотел, говорит. Ну без проблем, окупай педофиля, это тесак рулит. Педофилы должны быть наказаны. Скажи, я пидорас, больше с читами играть не буду. Слышь, это уже не по договору. Ты сказал, окупай педофиля и только. Это все по договору. И слышь? Вот это последнее скажи, а то я тебе пароль не дам. Че это я должен себя обзывать, блин, я не такой. Слышь, ты не такой, ты не хочешь, чтоб. Ты хочешь, чтоб тебя папа по попе отшлепал? Слышь, ты по себе ты людей не равняй. Охуел, сын. Все, давай, отключайся, я тебе пароль не дам, я тебе больше не дам. И че? Я тебе больше не могу смотреть. Что, я вообще-то умею сам отключать это. Давай, отключи. Ты компьютер никак не выключишь. Сейчас. Смотри, реально, я могу, короче, по клавиатуре. Сейчас, подожди секунду. А я жму, но флажок не сворачивается. Это вирус, долбоёб. Так. О! Свернул. Чё, Рыжов? Ты пидорас, сука. Ты какой-то рыжий такой, неадекватный, конопатый. Ну ты, сука, пизды поешь, я тебе, сука, сейчас такой вирус ебану. Ты смотри, ты кого выключишь, у тебя один хуй там пароль будет торчать. Конечно, это, ты видишь такой вот фокус? Я ж не такой дегенерат, как ты, со своими дружками. Я беру вот так вот, выключаю машинку. И все хорошо, я вижу твою наглую морду. Вот ты, сука, пидорас. А че это он слился? Сейчас на понт его брать будем. Ну так неинтересно, он как-то сразу слился. У меня сразу удалился, такие, короче, смелые, дерзкие, короче, блин. Образ, наверное, такого укуренного наркомана я вроде нормально отыграл, меня кто-то просил. В общем, ребят, кстати, хочу сказать, что если есть какие-то реально такие прикольные оригинальные идеи, вы пишите их под видео, я комментарии стараюсь считать, но особенно комментарии, которые в топе висят, то есть если людям понравится, я обязательно попробую эту идею воплотить как бы в моих видео. Ну а сейчас всем спасибо, ставьте лайки, оставляйте комментарии, айди вот этого... Рыжова будет на сайте в разделе пациенты. Всем спасибо, пока!